Всем привет из Испании. Сегодня будем пробовать плоды кактуса. У нас один единственный плодик, который мы нашли недалеко от обрыва. Вот. Этот плодик мы очистили от иголочек. Вот здесь были иголочки у нас. И теперь мы его разрежем. Режем где носик и режем где он, откуда он как прирастает к кактусу. Вот мы его сейчас обрезаем. Вот тут еще вот иголочка есть, сохранилась. И сейчас будем чистить от кожуры. В супермаркете местном мы его не видели, в местном испанском. Поэтому пришлось искать его на обрыве. Вот тут такой плод. Дальше что мы? Вот это мы утилизируем. А это будем сейчас кушать. Значит, внутри вот такие косточки здесь видны. Это у нас дикий плод, поэтому он может быть и невкусный, но попробовать надо. Пробуем. Вот вкусненький. Видно, что вот такие косточки большие. Ну, возможно, из-за того, что он дикий. Да, большие кости. Так что, оператор, будешь? Ну да. Приятного нам аппетита. Да, все. Есть можно. Главное очистить от кожуры и от этих таких неприятных иголочек. Все, всем пока. Приезжайте все в Испанию, таких плодов тут очень много. На берегу, на обрыве очень много этих плодов. Всем спасибо, всем пока. Не забывайте ставить лайки.